Outreach – это основа белых методов продвижения сайтов, которые крайне непопулярны в русскоязычном сегменте. Основная причина в том, что нельзя создать ссылки быстро. При этом мало кто умеет выполнять эффективный Outreach. Клиентам надо давать отчет о ссылках каждый месяц. Проще всего использовать биржи ссылок Miralinks, GetLinks, SAP или просто краудмаркетинг. Тогда отчеты можно проверить, пощупать. Но после полугода продвижения нету позиций, нету трафика, нет результатов. Поисковики ведут борьбу с черными методами продвижения сайтов уже много лет. Да, они еще работают, но дают слабые результаты. При этом риск получить санкции еще больше. Получается палка двух концов. С одной стороны, клиент, который хочет видеть отчет в виде реальных ссылок. С другой стороны, SEO-компания, которая не видит другого варианта, как показать этот отчет, только купить эти ссылки. Белые методы продвижения используются в основном крупными компаниями, мировыми брендами, которые знают, что у черных методов нет будущего. Да и настоящее в тумане. Те, кто готовы ждать, имеют шанс на светлое будущее. Из-за того, что основное внимание приковано к биржам ссылок, не развиваются белые методы. СОшники с 2- и 3-летним опытом работы расскажут вам в полных подробностях, как и где купить ссылку на вопрос, что такое Outreach, или как создать ссылки белыми методами, наступает полный ступор. В лучшем случае вы получите ответ, что где-то про это слышали. В англоязычном сегменте ситуация в корне другая. Да, там еще используются черные методы продвижения сайтов. Но это не биржа ссылок. Если есть какие-то полумертвые ресурсы, то хороших доноров вы там не найдете. Как правило, работу по созданию ссылок выполняют линкбилдеры. Они используют черные методы. Это PBN, это Web 2.0, это краудмаркетинг, автоматическая регистрация в каталогах и тому подобное. Эти методы также не дают хороших результатов. Поисковики научились отделять спамные ссылки от естественных. Для этого используются автоматизированные системы и ручной труд. В Индии 20 тысяч человек трудится в команде «Спам Google». Их задача – отслеживать, обесценивать и наказывать за спамные ссылки. Поэтому крупные сайты используют только белые методы продвижения сайтов. Белые ссылки, по которым перетекает реальный трафик, стоят дорого. И те, кто умеет их создавать, имеет шанс получить контракт с крупными сайтами на десятки и даже сотни тысяч долларов. Как же создавать ссылки, используя белые методы? Я решил провести серию уроков Outreach, в которых мы рассмотрим, какие методы Outreach существуют, как правильно их использовать и какие основные ошибки допускают при Outreach. Outreach – это белые методы создания ссылок при помощи email. При этом важно использовать индивидуальный подход. Времена шаблонных имейлов ушли в прошлое. Сегодня почтовые сервисы легко отслеживают спам и добавляют его даже без пользователя. А пользователи email-ящиков, они внимательно рассматривают каждое письмо. Если ваше предложение неинтересное, вы мигом окажетесь в спаме. Это самое худшее, что может быть в Outreach, зря потраченное время. Если вы хотите быть эффективным, используя Outreach методы для создания ссылок, вам надо научиться не зря тратить время занятых людей. Давайте рассмотрим основные элементы Outreach. Правильное написание email кажется какими-то элементарными и ненужными знаниями, но именно многие здесь допускают основную ошибку. Как и другие, я споткнулся на неэффективном Outreach. Потратил уйму времени. Несколько тысяч долларов на разные сервисы. При этом я не создал ни единой ссылки. Руки опустились. Почувствовалась какая-то опустошенность, бесполезность моей работы. И именно тогда я твердо решил изучить, как правильно делать Outreach. Первое, что я решил изучить, почему люди вообще открывают письма и читают их содержимое. Дейл Карнеги говорил, что для человека самое важное – это звук его имени. Телефонные компании проводили исследования, какое самое употребляемое слово в разговорах. Ничего удивительного, это слово «я». Американский блогер, оратор Сеф Годин говорил: «Мир крутится вокруг меня, 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 меня. Мой идол – это я не хочу email от тебя,
Я не хочу спам email от тебя. Я хочу email мне, для меня. Прежде чем понимать, почему занятые люди читают имейлы, необходимо понять, как избежать спама. Человеческий разум, когда принимает решение, что делать с имейлом, он отвечает на следующие вопросы. Кто мне пишет? Это не спам? Как долго мне придется это читать? Что они от меня хотят? Очень сложно удержать занятых людей при первом имейле, особенно если они вас не знают. К счастью, у меня есть методика, которая помогает избежать спама и прочитать ваш имейл. Первый элемент – это прямая тема письма. Не нужно придумывать какие-то непонятные и мутные названия. Тема письма должна быть ясная, как белый день. Также используйте дополнительно побуждающие элементы из техники Эверест. Это длина названия, это использование цифр, скобок и других побуждающих слов. Второй элемент – это краткость. Для людей самое важное – это их драгоценное время. Им важна каждая секунда. Больше всего они будут ценить – это краткость. Уберите в ваш email все лишнее. Вспомните рассказ из фильма «Девятая рота» про то, как Микеланджело создавал свои скульптуры. Он просто брал и отсекал все лишнее. Сделайте так же со своим email. Уберите все лишнее. Оставьте только самую важную, необходимую информацию. Это будут ценить, это будут читать. Нет определенных лимитов длины. Но все же я бы вам рекомендовал не более 20 строчек и не более 1400 символов. Третий элемент – это быть искренним. Не пытайтесь преувеличить ценность вашего предложения. Лучше акцентируйте внимание на ваши сильные стороны. Если ваш email запахнет дешевой лестью, если ваше предложение будет переоценено, оно мигом попадет в спам. Избегайте этих элементов. Четвертый элемент – это быть простым. Шутки, истории – это хорошо для любых форм копирайтинга, кроме email. Вы получали письма, в которых было множество предложений. Складывается впечатление, что вам хотят продать все и сразу. Будьте более простым. Не используйте много картинок или видео в одном email. Посмотрите, например, Брайана Дина. Простой доступный текст с максимально одним предложением его услуги. Не делайте в одном email предложение на весь список вашего товара. Делайте предложение на один вид товара. Как же заставить людей читать ваши письма? Вначале новички, которые занимаются Outreach, ищут большое количество шаблонов. Я также нашел множество шаблонов, более 30. И вы знаете, какие из них лучше всего работали? Да никакие. Только шаблон в данной ситуации – это модель, которую необходимо одеть перед выходом на подиум. Если получатель почувствует хоть какую-нибудь шаблонность в вашем письме, оно мигом окажется в спаме. Готовьте индивидуальный ответ. Шаблон необходимо видоизменить под каждого получателя, чтобы он думал, что было создано письмо именно для него. Самое худшее, что придумали в email-рассылке, это сообщение не отвечать на автоматический ответ. Это означает, что это сообщение получит множество других пользователей. Я настолько ленивый, что я даже не пытался изучить, что мне необходимо? Я один из серой массы, кому прислали это сообщение. Зачем мне на него отвечать? Его надо непосредственно отправить сразу же в спам. Ни в коем случае не отправляйте это сообщение. Лучше изучите персону, кому вы пишете. Чтобы наладить контакт, оставляйте комментарии на сайте и в социалках. Множество владельцев сайтов читают комментарии, которые им оставляют в социалках и непосредственно на сайте. Это означает, что их творчеством интересуются. Контент полезный для аудитории. Это упрощает процесс аутрича. Лучше оставляйте комментарии за несколько дней до непосредственной отправки письма. Также проверяйте личные контакты. Возможно, у вас есть совместные друзья. Это еще больше упрощает процесс непосредственного взаимодействия. Обязательно используйте приветствие и имя. Вспоминаем Дейла Карнеги. Что самое важное для человека? Конечно, это звук его имени. Если вы не потратили время на поиск правильного имени, вы работу делаете зря.
Никогда не просите ничего в первом же эмейле. Не критикуйте, найдите положительные элементы. Начните с похвалы, но ни в коем случае не лезьте. Найдите, где ваш контент схожий с контентом данного сайта. Попросите оценить ваш контент. Не просите о ссылке в первом же эмейле. Это сразу же уничтожит все ваши взаимоотношения. Используйте приглашающий тон. Вместо слова «вы» используйте слово «мы». Это создает дружеские отношения. Складывается впечатление, что вас не бросят, вам помогут, с вами будут. В конце email используйте подпись. Не надо использовать в подписи множество ссылок в разные социалки, кнопки и тому подобное. Самое главное – это имя, должность и ваш личный либо корпоративный сайт. Время отправки имеет большое значение. В понедельник множество другой работы, которая накопилась за выходные. В пятницу все мысли уже об отдыхе. Среда-четверг – это хорошие дни, но если вы хотите получить ответ на этой неделе, то лучше всего использовать вторник утром. В Outreach обязательно делать работу над ошибками. Так как процент ответов небольшой, проанализируйте, подумайте, что не так было в вашем первом Outreach. Возможно, необходимо что-то подправить. Иногда можно написать повторное письмо и напомнить о том, что вы писали, потому что люди, бывает, забывают ответить. Не бойтесь потерпеть неудачу. Лучше воспринимайте это как опыт и изучайте, что было не так. Это все основы Outreach. В следующих уроках мы более подробно вернемся и рассмотрим каждый элемент отдельно. А если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. На каждый вопрос мы обязательно ответим. Не забывайте подписываться на наш канал. До новых встреч! Первый прием – это прямая тема письма. Получается палка двух концов. С одной стороны, какие основные ошибки при использовании Outreach, и уже забыл все остальное. Тьфу, тьфу, тьфу.